Привет, в эфире Телегид. С вами, как обычно, я, Анна Троян. Два новых сериала вас ждут на этой неделе. И это еще не все самое интересное. Так что смотрим внимательно. Сейчас все покажу в нашем обзоре. Пропавшего без вести начнем искать по будням. Премьера на нашем канале. События разворачиваются вокруг матери, которая беспокоится о сыне, пропавшем летом в Италии. Она решает поехать, чтобы вернуть его во что бы то ни стало. Вскоре выясняется, что взволнованная мама – бывший агент ЦРУ, и действовать она будет не просто как взволнованный родитель. Подробности смотрим по будням в 12:30 и в 21:00. Во время завтрака он сказал, что у него закончилось молоко. И спустился в магазин. Когда он не вернулся, прошло часа два, наверное. Я не знала, что думать. Но мне-то что делать? Он оказался точно таким же, как все остальные американские парни. Затащат тебя в постель, а потом ищут другую итальянскую девушку для развлечений. Нет. Только не Майкл. Смотрим финальную серию «Морозова», а уже в четверг встречаем все сокровища мира. После вуза Анна вернулась в родной Приморск. Дипломированный эксперт по антиквариату могла бы сделать хорошую карьеру в Москве, но обстоятельства заставляют героиню остаться. В маленьком городке Ане улыбается удача. Девушка получает интересную работу в антикварном салоне и там же встречает свою первую любовь – красавца Влада. Как закрутится их история, смотрим в четверг и пятницу, а затем по будням. А вы в курсе, что лучший санаторий для сердечников находится в этом городе? Да, конечно, морская сказка. Но я узнавала, курс лечения там стоит очень дорого, а на бюджетные места попадают только по знакомству. Значит, ваша мама попадет туда по знакомству. Вот моя визитка. Влад Бережнов, директор санатория «Морская сказка». Ого! Может быть, лучше замечательной сказки о любви. Ведь все мы верим в чудо с детства. Вот и фильм «Ундина» окунет нас в волшебную историю о рыбаке, который однажды вытянул сеть с прекрасной незнакомкой. Девушка не помнит свое прошлое, а от ее песни улов становится больше и лучше. Постепенно мужчина влюбляется в добрую русалку. Вот вам и прекрасная сказка на фоне моря, прекрасных пейзажей. Эх, смотрим картину в пятницу в 22:00. Только посмотри. Господи! Что? Чудеса. Это лосось. Чудеса? Лосось не ловится тралом. Тралом? Только жаберной сетью. Возможно, неделя была трудная, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Получила первое место. Я отлично выступила. Обычно я получаю по второму месту. Субботний вечер затянется надолго. Вместе с киллером по неволе весело с пушками проведем досуг. Жак готов на все, чтобы заработать денег, даже на предложение местного авторитета – убить его неверную жену. Но есть две проблемы. Жак едва ли умеет управляться с оружием, а его новая девушка работает в полиции, где вовсю ищут неумелого киллера. Вот эта история вас ждет. Смотрим ее в субботу в 23:00. Ты не убил пилота, какая заправка? Читаешь по-испански? Гляди. Тебе привез. И что это значит?
Сердечный приступ на пустынном пляже. Утонул чертов пилот. В чем секрет? Взгляд убийцы. Дорогие мои, ничего не планируйте на воскресный вечер. Готовьтесь. Вас ждет случайный роман. Драматическая комедия знакомит нас с молодой девушкой, которая решает помочь своей матери, в результате чего оказывается вовлеченной в целую цепочку многоэтажной лжи. Но ложь-то во спасение. Получив неожиданное анонимное признание в любви, мама преображается. Да только чтобы довести историю до логического финала, доченька теперь должна найти того, кто станет автором этих писем. Как сложится дальнейшая судьба героев, смотрим 27 октября в 21:00. Что с тобой? Ты мученик? Ты страдаешь из-за того, что поужинал с моей мамой? Но она счастлива, она поет. Ты спас ее. Люди сдают кровь, чтобы спасать других, или отдают почки. Ты отдал 3 часа и паршивый поцелуй. Как ты можешь быть такой ненормальной? Тебе что, нужна медаль? Ну вот и все. Чтобы узнать больше о нашем канале, ищите нас в социальных сетях, подписывайтесь. Все самое интересное есть на нашем сайте www.lrt.tv и, конечно, в эфире. Я, Анна Троян, говорю пока-пока.